В отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы идет капитальный ремонт. Как и где сейчас функционирует эта медицинская служба, смотрите в следующем сюжете. Это здание было построено в 1985 году, а сейчас здесь, в отделении реаниматологии, впервые проводится капитальный ремонт. Планируется обновление всех помещений и коридоров отделений, а также замена основных технических систем и коммуникаций. На сегодняшний день реанимация располагается на первом этаже боксированного отделения, где в каждой палате имеется отдельный вход. И можно сказать, что вот нынешние условия, в которых пока временно находится, располагается отделение реанимации, даже более соответствуют современным строгим санитарным требованиям, чем те помещения, в которых она находилась. Реанимационное отделение развернуто на 12 коек. В год здесь оказывают помощь более чем 500 детям. На осуществление всех работ, в том числе и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, из республиканского бюджета выделено 110 миллионов рублей. Будет увеличена площадь помещения на одного пациента. Палаты будут оборудованы, значит, по системе чистые помещения с ламинарными потоками. И мы предполагаем, что после завершения ремонтных работ мы будем соблюдать концепцию совместного пребывания родителей с нашими маленькими пациентами. Все работы в отделении планируют закончить в июне этого года. Алексей Табинов, Борис Андреев, Республика.